Доброго времени суток, друзья, вы на канале Hardress.info. Перед нами Samsung Galaxy Tab S2, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве зайти в режим загрузки. Для этого мы сперва зажимаем нашу кнопку питания и полностью выключаем наш планшет. После того, как наш планшет выключился, нам нужно одновременно зажать кнопку питания, кнопку громкости вниз, а также кнопку домой. Вот таким вот образом, тремя пальцами зажимаем это все и зажимаем до тех пор, пока у нас не появится вот такое вот меню. Можем теперь все отпустить, и с помощью кнопки вверх мы входим в нужный нам режим. С помощью кнопки вниз мы просто перезагрузим наш планшет. Мы хотим, конечно же, войти, поэтому нажимаем кнопку питания громкости вверх. Точнее, кнопку громкости вверх. Вот мы и попали в наш download мод. Если вы хотите из него выйти, вам нужно зажать кнопку питания до тех пор, пока наш планшет не перезагрузится. Обычно это около 10-15 секунд. Давайте проверим, работает ли это. Почему-то не срабатывает. Можно также попробовать зажать кнопку «Домой». Возможно, разные вариации. Также возможно, что нужно нажать на кнопку питания и на какую-то кнопку «Домой». То бишь разные варианты. Давайте попытаемся зажать ту же комбинацию, при помощи которой мы входили в этот режим. Есть вероятность, что именно так из него и выходится. Да, это правда, зажимаем то же самое. И в этом моменте уже нажимаем на кнопочку громкости вниз, чтобы наш планшет перезагрузился. Теперь давайте дождемся перезагрузки. На этом все. Больше видео о данном девайсе вы сможете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания.